с победой, как тебе бой, как ощущения? Бой отлично, соперник хороший, но я не думал, что это будет самый сложный мой бой. Самые сложные бои меня ждут еще впереди. Как бы на этом все. Задавайте вопросы. Хорошо. Есть ли у тебя список потенциальных соперников? Да, сейчас потенциальный соперник – это Айк Данилян. Дальше насчет соперников мы будем обсуждать с тренером. После Айка Даниляна будем выбирать свою цель и захватывать ее. Когда ты собираешься возвращаться на ринг? Чем раньше, тем лучше. Всегда хочется почаще выступать, быть в форме и выиграть своих соперников. Спасибо. Еще раз поздравляю тебя с победой. Спасибо большое. Спасибо команде, спасибо всем, кто меня поддерживает, семье, друзьям, родственникам. Всем спасибо. Ждите меня в следующей серии. Федерации кикбоксинга тоже спасибо.